Здравствуйте, вы зашли на веган канал Ольги Карачаяр. Merhabalar, siz vegan Olga kanalına girdiniz. Сегодня я буду готовить салат из артишока и дениз бөрүлчөсү. Салероз по-русски называется. Bugün enginarlı ve deniz börülceli bir salata yapacağız. Мне будет помогать моя дочка Вероника синхронно переводить с русского на турецкий язык. Bugün ben Veronika Zotova, annemin kızı olarak bugün çevirmenlik yapacağım. Başlayalım. Так, для этого нам понадобится два пучка солероса, растение солерос, свежий чеснок стручки, оливковое масло, два артишока очищенных, лимон, помидорки черри, ну, зелень такая у меня в данном случае красная капуста, и немножко огурчика. И, возможно, еще добавлю тимьян. Если будет не хватать соли, в принципе, здесь содержится очень много соли в солеросе. Если будет не хватать немножко соли, можно будет добавить чуть-чуть еще соевого соуса. Вроде бы все. Можно начинать. Солерос – это очень интересное растение. Растет возле соленых озер. Deniz börülcesi çok ilginç bir bitkidir. Tuzlu göl kenarlarında büyür. Содержит очень много соли. Çok fazla tuz içerir. Сейчас я его помыла хорошенько. İyice yıkadık. Ничего не обрезаю. Hiçbir şey kesmedik. И буду отваривать в кипяченой воде. Ve sıcak suda pişireceğiz. Минут пять. 5 дакика живем. Дальше. Ложим в кипящую воду и после закипания 5 минут отвариваем. Kaynar suya koyuyoruz ve ardından 5 dakika pişireceğiz. Артишок тоже положила в кипящую воду и отвариваю отдельно. Enginarı da aynı şekilde kaynar suya koyduk ve farklı bir şekilde pişireceğiz. До мягкого состояния. Yumuşak şekle kadar. Минут 10. 10 dakika civarında. Отварили артишок до мягкости. До мягкости отварили артишок. Отварили солерос. И теперь начинается самое интересное. Я буду показывать, как нужно очищать солерос, потому что он еще не готов. Держим у основания веточки и тянем вниз. Держим и тянем вниз. И так делаем с каждой веточкой. Очищаем весь солерос. Одна веточка готова. Также приступаем ко второй веточке. А что ты не переводишь? Mm-hmm. Ты давай переводи. Мой переводчик забыл переводить. Переводим. Держим веточку солероса. И тянем вниз каждую веточку. Her dalı tutup aşağı doğru kaydırarak börülceyi temizliyoruz. Все, перевела? Угу. Сейчас мы весь солерос почистим таким образом. İşte bu şekilde tüm börülceyi temizleyeceğiz. Мы перебрали весь солерос, перекладываем его в чашку.
Столько солероса получилось с двух пучков. Так, затем нарезаем свежие стручки чеснока. Сюда же добавляем. Нарезаем артишок. Примерно вот такими кусочками. Огурчик нарезаем. И помидорки. Отсюда снимаем. Помидорки нарезаем. Так, складываем мы сюда помидорки и огурчик. Затем выжимаем лимон. Половинку лимона, думаю, будет достаточно. Tüm malzemeleri kestikten sonra yarım limonu da içine katıyoruz. Добавляем тимьян. Тимьян? Кекик. Kekik katıyoruz. Масло оливковое холодного отжима. Soğuk sıkma zeytinyağı koyuyoruz. И перемешиваем. Теперь мы это все перемешиваем. Karıştırıyoruz. Здесь солероса получается больше, чем всех остальных ингредиентов. Böylece diğer malzemelere göre daha çok oluyor. Хорошенько перемешаем и будем пробовать. İyice karıştırdıktan sonra tadarız. Если лимона будет мало, добавляем еще. Лимон здесь не помешает. Лимон az gelirse daha çok koyarız. Sorun olmaz. Так же, как и чеснок. Sarımsak gibi. Будем пробовать. Tadalım mı? Давай попробуй так, чтобы артишок не получается взять аккуратно. Ладно, будем кушать неаккуратно. Соли хватает. Лимона, пожалуй, тоже. Единственное, я бы еще добавила немножко сюда чеснока. Я очень люблю чеснок. Свежие стручки чеснока, они гораздо легче, не такие острые, поэтому здесь они очень хорошо подходят. Поэтому я, пожалуй, сюда сейчас еще нарежу чеснока. Теперь осталось... В принципе, здесь украсить. Украшаем. Украшаем листиками. Посыпаем. Посыпаем кунжутом. Кунжут.
сусам. Сусам ve süsleme ile süslüyoruz. У нас здесь еще осталась последняя веточка. Ею тоже можно украсить. Примерно так. И если чего-то не хватает, то можно будет еще дорезать. Чуть-чуть дорежу чеснока. В принципе, салат готов. Очень вкусно. Рекомендую всем. Çok güzel oldu ve herkese рекомендую всем. Да? Tavsiye ediyorum. Tavsiye ediyorum. Herkese tavsiye ediyoruz. Вот такой красивый и очень полезный салат у нас получился. Если вам понравилось мое видео, ставьте класс и подписывайтесь на мой канал. Пока! Bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Здравствуйте! Вы зашли на веган-канал Ольги Караджаер. Переводи.